las trompininas. Gender vocals, animales, gender rights. Wanna need more space, so give me more room. Всем привет! Вот мы и достигли отметки в 10к подписчиков. Спасибо вам большое, это нереально мотивирует. Полгода назад я думал, что данной цифры достичь очень тяжело. А сейчас граница в 10 тысяч преодолена. Надо ставить новые цели и пытаться их достичь. Вот как я вижу будущие перспективы. Если приложить достаточно усилий, то данный мем может воплотиться в жизнь. Сейчас хочу сказать пару важных слов. В первую очередь я бы хотел поблагодарить тех людей, которые дали мне шанс проявить себя на YouTube. Это первые подписчики на канале. Не знаю, что они тут увидели и почему подписались, но это дало толчок к созданию контента. Вспоминая первые ролики, аж становится не по себе. В любом случае, спасибо вам большое. Если бы не вы, канал скорее бы всего перестал существовать. Вы не подумайте, я благодарен и тому, кто подписался 10-тысячным. Это, наверное, было приятно нажать кнопочку при цифрах 9999. Я понимаю, что качество роликов оставляет желать лучшего. У меня постоянные косяки. То свет слишком яркий, то схема с ошибкой, то пишут комменты про плохую озвучку и мешающую фоновую музыку. Тут, как говорится, всем не угодишь. Но я думаю, со временем качество наладится, все приходит с опытом. А вы, подписываясь, даете понять, что я двигаюсь в правильном направлении. Последнее время стало приходить много сообщений с просьбами о помощи. Отвечаю всем, может не моментально, но ответ будет, имейте терпение. Также приятно слышать слова благодарности после того, как человек разобрался с проблемой. Надеюсь, мой канал принесет вам еще много полезностей. Так что подписывайтесь и давайте вместе творить его историю. Теперь давайте перейдем к еще одной приятной теме – розыгрышу призов. Как без этого? Итак, всего будет 4 места. К сожалению, большего я позволить не могу. За первое место – приз 3D-модель сверлильного станка, наподобие того, что я собирал в одном из роликов. За второе место – плата блока питания Nair 2153 с инструкцией. Третье место – плата импульсного блока питания с регулировкой тока и напряжения на микросхеме LM2576. И четвертое место – плата линейного блока питания на операционных усилителях со стабилизацией тока и напряжения. Для участия в конкурсе вам необходимо быть подписанным на канал и придумать идею для нового ролика. Я так уже делал в прошлом розыгрыше, но оценки были необъективными, так как выбирал лучшие комментарии на свое усмотрение. Теперь же будем судить по лайкам. 4 коммента с наибольшим количеством лайков и получат призы. Так что пишите, не стесняйтесь. Мне нужно знать, чего хочет зритель. Конкурс продлится ровно неделю после выхода ролика. Тем, кто не успеет, скажу так. В дальнейшем мы обязательно что-нибудь разыграем, не расстраивайтесь. Под конец хотелось бы еще раз всех поблагодарить и сказать заезженную фразу. Подписывайтесь на канал и до новых встреч! If I go, will you go? If I pay, will you play? Do you know what I know? Do you love? Do you...